Здравствуйте, товарищи верпилы! Сегодня знакомимся с вами с прицелом Реви. С советским, американским и английским мы уже знакомы. Стрельба. Все ваши обалденные маневры и пилотаж окажутся в воздушном бою бесполезными, если вы не умеете стрелять. Стрельба — это сначала теория, а затем много практики. Конечно, вы можете начать с последнего, но ведь можно значительно ускорить процесс освоения, предварительно занявшись теорией. Итак, приступим к изучению модификации прицела Реви, которая стоит на Эмиле, Фридрихе и ранних Густавах. По поздним мессерам работа с Реви раскрывается в ролике М109Г14. У прицела имеется одно кольцо диаметром 100 тысячных. Самое главное. Если в советском ППБ, например, вы определяете дистанцию до цели по меткам, то тут по отношению диаметра кольца к размаху крыла цели. Вспоминаем по работе с прицелом королевских ВВС, как это происходит. Здесь такой же принцип. 1:1 дальность до цели 100 метров. 1:2 200 метров. 1:3 300 метров. Это по одномоторному истребителю. Реви допускает работу и с рисками. Рассмотрим работу с ними. 20 тысячных 500 метров, 35 тысячных 250 метров, 70 тысячных 140 метров. Это по одномоторному истребителю с размахом крыла около 10 метров. По одномоторному ударному самолету 2-моторному ударному самолету. Также при стрельбе важно правильно оценить скорость и ракурс цели. Вооружившись полученными знаниями, нарабатываем это на практике. Всего доброго, до скорых встреч!